Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О ситуации на дорогах области мы будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Андрей Николаевич Гаркуша, заместитель начальника управления ГАИ, начальник отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1977 году в городе Гомеле. В 1996 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. Высшее образование по специальности правоведения получил в 2008 году в ГГУ имени Франциска Скорины. Прошел службу в вооруженных силах. Службу в правоохранительных органах начал в 1998 году. Милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка Зябровка. В 1999 году пришел в ГАИ на должность инспектора дорожно-патрульной службы группы экологического надзора. С 2010 по 2015 год занимал должность начальника отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. На нынешней должности с марта 2015 года. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77-68-45. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Андрей Николаевич, сколько вам было лет, когда вы получили права? Как и большинство водителей, я получил водительское удостоверение в 18 лет. Мне кажется, не большинство. Не большинство водителей, не все так к этому стремятся в столь еще юном возрасте. А попадали когда-нибудь в экстремальные ситуации за рулем? Ну, управляю транспортным средством ежедневно, если не своим личным, то служебным. Различные были ситуации на дороге, но в сложные ситуации, к счастью, я не попадал. Аккуратный водитель? Стараюсь быть аккуратным. А скорость любите? Только в экстренных случаях, и то с учетом обеспечения, значит, безопасности окружающих участников дорожного движения. Вообще, скажите, пожалуйста, какая доля ДТП, совершаемых в Гомельской области, на счету именно молодых водителей? В 2016 году молодыми водителями со стажем управления до одного года было совершено 9 дорожных происшествий. Это более чем на 50% меньше, чем в 2015 году. В этих дорожных один человек погиб и 9 получили ранения. Если брать от общего количества дорожных происшествий, в Гомельской области их было 470, то процент небольшой, примерно около 1%. Процент небольшой. Мировая статистика, по-моему, говорит о четверти. Ну, так и есть, но... Это что значит, что в наших школах хорошо готовят водители, качественная подготовка? Можно и это отметить тоже. Ну, это приятно, конечно. Ну, если молодые водители часто в силу возраста любят полихачить, а иногда им просто не хватает опыта, то какие ошибки допускают водители в почтенном возрасте? Ну, к сожалению, с учетом возраста и состояния здоровья, водители в возрасте, к сожалению, проявляют невнимательность. Где-то рассеянность, в основном при пересечениях, на пересечениях, при осуществлении маневров, значит, разворотов каких-то на дороге. В основном такие дорожные транспортные происшествия отмечаются. Правда ли, что женщины более внимательные и аккуратные водители? Ну, я могу сказать, что и среди мужчин, и среди женщин есть разная категория водителей. Есть те, которые соблюдают правила дорожного движения, а есть те, которые их не соблюдают. Вот, поэтому, ну, в основном, конечно же, женщины стараются ездить и управлять транспортным средством более аккуратно. Скажите, пожалуйста, если проанализировать все произошедшие в нашей области аварии, то что является их наиболее распространенной причиной? Ну, еще раз доведу, что в 2016 году на территории Гомельской области совершено 470 ДТП, в которых 96 человек погибло. Вот, и 487 получили ранения. Несмотря на то, что отмечается снижение с каждым годом, в том числе и в 2016 году, ну, тем не менее, основными причинами являются нарушение правил проезда пешеходных переходов, это 88 дорожных происшествий или 23%, превышение установленной скорости движения 87 ДТП или 13%, несоблюдение очередности проезда перекрестков 48 ДТП или 12%,
нетрезвое состояние 57 ДТП, без водительского удостоверения 35 дорожных или 9%, ну и нарушение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами 81 ДТП или 17%. Кстати, наиболее высокий можно отметить уровень смертности при ДТП именно, значит, в дорожных происшествиях с участием пешеходов и велосипедистов 42,7%. То есть из 96 41 погибший пешеход. Здесь никакой подушки безопасности не предусмотришь. Да. Ни для пешехода, ни для велосипедиста. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня авто в распоряжении жителей нашего региона? По окончанию 2016 года, значит, в городе Гомеле зарегистрировано более 170 тысяч транспортных средств. Если брать по области, это более 500 000 транспортных средств. Среди них есть различные автомобили, кстати, и ретро-автомобили. Самая старая какая машина? Так, ну, я так сказать не могу. В основном все эти транспортные средства, кстати, на ходу. И зачастую мы можем их увидеть при проведении различных мероприятий, акций в нашем городе и в других районных центрах. А самая дорогая? Ну, я-то тоже не могу сказать. У каждого своя цена и свои расценки для любого автомобиля. На редкие автомобили обращайте внимание? Ну, конечно. Я думаю, что как любой автомобилист, конечно, вас это не может оставлять. Вот несмотря на то, что автомобилей становится все больше, при этом количество ДТП снижается. Это говорит о том, что профилактическая работа ГАИ дает свои плоды? Да, конечно, но я хочу сказать, что это не заслуга госавтоинспекции, именно госавтоинспекции, либо какого-то сотрудника ГАИ. Конечно, это общие усилия как сотрудников госавтоинспекции, так и сотрудников других служб, органов внутренних дел, в том числе и ваша заслуга здесь есть, то есть сотрудников и работников средств массовой информации, организаций, предприятий, да и в целом граждане понимают проблематику дорожно-транспортного травматизма, к этому относятся серьезно. Поэтому это наши общие усилия, которые приносят свои результаты. Хорошо, что так, но тем не менее 96 человеческих жизней в течение года – это 96 трагедий. А к чему стремится областная госавтоинспекция? Какие цели перед собой ставит? Ну, у нас, видите, несмотря на то, что отмечается снижение ежегодно, но, тем не менее, все-таки цифры, как вы говорите, есть. Так? Поэтому, по большому счету, нам есть о чем задуматься, вот, с учетом проблем в обеспечении безопасности дорожного движения прошлого года. Конечно же, у нас есть определенные планы, и ну, мы их будем реализовывать в этом году. Зима, как мне кажется, выдалась непростая. Если судить по состоянию дорожного покрытия, то гололедица, то снежные заносы. В день, когда выпал первый снег, произошло более 70, если я не ошибаюсь, ДТП по области. Наши водители не владеют зимним стилем вождения. О чем это говорит? Ну, такая ситуация, как правило, наблюдается ежегодно. Начало сложных условий зимнего периода. Как правило, по статистике, в первые снежные дни приходится определенный пик аварийности. Как правило, в эти ситуации, в дорожно-транспортные происшествия, как правило, попадают все-таки молодые водители, которые не имеют определенного опыта в управлении, которые никогда не справлялись с такими, ну, задачами. Поэтому, обращаясь, конечно, к молодым водителям, конечно, следует все-таки соблюдать скоростной режим в первую очередь. Ну и, как вы говорили, не лихачить на дороге. А первый месяц этого года насколько складывается напряженным для госавтоинспекции? Да, у нас довольно напряженно начался год. Довольно серьезные были дорожно-транспортные происшествия. Это на территории Гомельского района дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 3 человека. Это Речицкий район, та же, в котором погибло 3 человека. Поэтому очень сложно начался этот год, но мы, поверьте, и не только мы, а и другие структуры принимают соответствующие меры реагирования. Я думаю, что ситуацию мы нормализуем. Андрей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, вы уже в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Михайлович. Я хотел уточнить такой вопрос. Здравствуйте, я хотел задать такой вопрос. Меня зовут Александр Михайлович. Сын управлял автомобилем в прошлом году летом на улице Давыдовской. Его ударил грузовой автомобиль. Ну и водитель уехал, скрылся. Но мы сделали ремонт своими силами, и я хотел узнать, как поступать в этом случае. Произошло столкновение. Да. Виновник скрылся с места происшествия. Спасибо за звонок. Андрей Николаевич, пожалуйста, какие вы дадите рекомендации? Ну, здесь, конечно, по этому поводу следует обратиться в госавтоинспекцию. Для начала нужно уточнить, было ли это вообще дорожно-транспортное происшествие. Находился ли автомобиль в движении, либо он просто стоял припаркован. Вот. Тут есть определенные нюансы, и здесь нужен индивидуальный подход, и просто ответить на этот вопрос довольно сложно. Поэтому, Александр Михайлович, я вам советую обратиться в госавтоинспекцию. Непосредственно к вам может обратиться? Почему бы и нет, конечно. Хорошо, спасибо. А вот продолжение нашего диалога я предлагаю посмотреть сюжет. Внимание на экран. Нынешняя зима постоянством не отличается. Оттепели сменяются циклонами, которые, в свою очередь, сопровождаются обильным снегопадом и минусовой температурой. В эти дни дорожная служба и экипажи ДПС госавтоинспекции переводятся в усиленный режим работы. Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим. Хотя и в остальные дни контроль за ситуацией на дорогах области не ослабевает. Тем более, что, как признаются сами водители, потенциальных нарушителей среди них еще хватает. Основная часть водителей, конечно, себя ведет нормально, адекватно и хорошо, но, конечно, не без исключений. Есть водители, которые, возможно, не понимают, возможно, думают, что их это не касается, скользкая дорога и плохие условия. Основная задача сотрудников госавтоинспекции в эти дни – профилактика правонарушений. Вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительского удостоверения, нарушение правил обгона, непропуск пешеходов на обозначенных переходах, выезд на полосу встречного движения. За грубым нарушением правил обязательно последует адекватное наказание. Впрочем, и более мелкие нарушения без внимания сотрудников ДПС не остаются. Водители практически процентов 90, у нас используют зимнюю резину. Ну, есть, которые ездят еще, продолжают ездить на летней резине, тоже привлекаем к административной ответственности их. Люди, предупреждаем, что это в целях их же безопасности, использовать зимнюю резину, а не летнюю резину. Ну, есть у нас еще, попадаются, люди не проходят государственный технический осмотр, тоже привлекаем к административной ответственности их. Проблема многих сельских населенных пунктов в эти дни – отсутствие дорожек для пешеходов. Деревня Зябровка в их числе. Если проезжую часть здесь чистят постоянно, то тротуары до весны оказываются под снегом. Сельчанам не остается ничего другого, как ходить по дороге рядом с машинами. В таких условиях без наличия светоотражающих элементов никак не обойтись. Благотворительная акция областной госавтоинспекции с выдачей сельчанам специальных жилетов призвана не просто снизить аварийность на дорогах, но и сохранить самое главное – жизнь. Приходится идти по дороге. У нас интенсивное движение, машин очень много идут. Дач, 3000 дач, вы понимаете, особенно суббота, воскресенье. Перейти дорогу даже сложно бывает, суббота, воскресенье. Так что у нас опасно ходить. Надо себя обозначать в темное время суток. В поселке Кореневка расчищенных тротуаров значительно больше, чем в одноименной деревне. Однако вопросы обеспечения безопасности пешеходов здесь не менее актуальны. Сегодня местные жители признаются, вначале светоотражающие элементы особой популярностью здесь не пользовались, как в принципе в еще одном поселке – Зябровка. Кое-кого сотрудникам ГАИ даже пришлось привлечь к административной ответственности. И хотя этой зимой подобных проблем уже не возникает, выдаваемые в рамках профилактической акции спецжилеты лишними не будут. Все одевают как положено, по крайней мере, стараются, наверное. Так что с этим делом, хотя у нас эта улица освещается, хорошо, но все равно я смотрю прям и на рукавах. Да, я в сумке все время ношу, и на сумке, и в сумке вечером иду, с маршрутки выхожу, одеваю. Так что у нас с этим делом вроде налажено, нормально. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника управления госавтоинспекции Андрей Николаевич
Горкуша. Андрей Николаевич, ну если раньше люди даже бравировали тем, что не носят световозвращающие элементы, то теперь жизни ГАИ научили заботиться о безопасности? Ну, конечно, я думаю, что вот мы уже говорили о том, что по большому счету это общий подход. Все-таки граждане понимают, что действительно этот элемент спасает жизнь на дороге. Ну, со мной согласятся многие водители, когда особенно в темное время суток двигаешься, управляешь автомобилем, особенно где-то в населенном пункте, и видишь, когда граждане, значит, носят световозвращающий элемент, как видно вообще все это. Ну, со мной согласятся, что все-таки световозвращающий элемент работает, приносит свои определенные положительные результаты. То есть в этом смысле пешеходы становятся более дисциплинированными? Да. Ну, слава богу, вообще, вы сказали, 17% ДТП по вине пешеходов происходит, и причем сами же пешеходы несут их наиболее тяжелые последствия. Да. Но сколько это в цифрах, вот не в отношении к общему количеству ДТП, а в цифрах, сколько у нас таких недисциплинированных пешеходов было выявлено? В 2016 году на территории Гомельской области их было выявлено примерно около 65 тысяч. Несмотря на такие цифры, все-таки, возможно, из этого количества привлеченных к ответственности многим были просто спасены жизни. Да. В каком-то смысле это 65 тысяч предотвращенных ДТП. А что люди делают? Какие нарушения на счету пешеходов? В основном это, конечно же, движение, опять же, по проезжей части без световозвращающих элементов. Ну, также усматривается и переход, конечно, в неустановленном месте. Возрастные категории все? И дети, и взрослые, и бабушки? Ну, да, отметить какую-то категорию невозможно. Андрей Николаевич, ну, сейчас предлагаю выслушать самих пешеходов. Мы поинтересовались мнением гомельчан, какие изменения необходимы в улично-дорожной сети города. Скорее всего, ремонт дорог – это первое требование. Парковки, конечно, тоже не самое сильное место. Ну и, наверное, еще все-таки остановки не совсем у нас везде удобно сделаны. Я в Гомеле много лет живу, практически всю жизнь. Если еще центр хорош, то на окраинах есть проблемы с дорогами, с парковками. Интернационально сделали узкие вот эти вот пешеходные дорожки. Это очень плохо. Когда идешь, машины едут, тебя просто поливают всю грязью. По дворам вообще невозможно пройти, особенно когда на каблуках. Ну а в городе, конечно, проезжие части должны быть соответствовать стандарту. Вы считаете, что они не соответствуют? Нет, они местами соответствуют, конечно, что ремонты проходили, проводили, но не везде ж. Не хватает парковочных мест в городе. Это дворы, ближайшие территории. Ну, инфраструктура, считаю, больше развивается тоже. Восточный объезд. То есть дороги, чтобы именно можно было вокруг Гомеля бежать и легко с любой точки приезжать в центр. Ну, наверное, не хватает дворников, потому что у нас вот здесь вот на Парижской коммуне стали хуже убирать в этом году, как никогда. Те годы очень даже хорошо убирали, в этом году можно ноги поломать. По парковкам, что я могу сказать? В принципе, их нигде ни в одном городе не хватает. Ну, по сравнению, как я бываю в Минске, и по сравнению с Гомелем, конечно, у нас ситуация намного лучше. Ну, кроме того, во дворах. Дворы надо немного расширять, парковочные места. Конечно, стоят автомобиль на автомобиле. Тем более, когда имеется и возможность такое расширение сделать. И, я думаю, затраты не очень большие, там, если тротуар немного расширить и сделать парковочные места. Вы смотрите «Диалог» в прямом эфире. Подключайтесь к нашей беседе. Говорим сегодня о дорожной безопасности. Андрей Николаевич, действительно, парковок, наверное, не хватает любому городу. А есть ли выход из этой ситуации? Ну, выход в любой ситуации можно найти. По большому счету, вы видите, что наши власти не сидят на месте. Посмотрите, какая работа проводится в городе Гомеле, да и в других районных центрах. В целом я вам хочу сказать, что и госавтоинспекция, та же, к примеру, при согласовании какой-то проектной документации на реконструкцию, на строительство, на капитальный ремонт,
в первую очередь обращают внимание на расширение въездов, выездов во дворы, на расширение парковочных мест. Мало того, все это направление закреплено определенными нормативными документами. Поэтому в первую очередь, конечно же, обращается на это внимание и госавтоинспекции, ну и другими. Как в дальнейшем? Какие меры будут приниматься по расширению количества парковочных мест? Ну, если брать госавтоинспекцию, то мы, конечно же, в Гомельский райисполком, горисполком постоянно, значит, вносим соответствующие предложения. К примеру, в этом году мы внесли такие предложения на расширение, значит, улиц Волтовской, Университетской, улиц Чехова, также, значит, на реконструкцию сложных пересечений, таких как проспект Реческий, улица Давыдовская, объездная, также улица Богдана Хмельницкого, улица Полесская, проспект Космонавтов, значит, также в Волотове, улица Хатаевича, улица Мазурова, ну и, соответственно, новая вот эта объездная. Самое загруженное в движении в городском улице? Да, ну, в случае, конечно, ну, финансирования, конечно, я думаю, что обратят внимание на эти предложения. Андрей Николаевич, у нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Федор Николаевич. Хотел бы задать вопрос подполковнику Андрею Николаевичу. Такой вопрос у меня. Как бы 21 век, почему не все сотрудники госавтоинспекции имеют личные видеорегистраторы? И в случае, например, административного правонарушения, они как бы видят визуально, но при этом доказательств фото, видеофиксации нету. Такой вопрос. Ну, чтобы слово с делом. В случае, если инспектор видел, у него имеется личный видеорегистратор, и он может предъявить правонарушителю о том, что он визуально наблюдал, и предоставить видео. Вопрос. Почему до сих пор не у всех инспекторов имеется личный видеорегистратор? Спасибо за звонок. Андрей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за звонок, Федор Николаевич. Ну, к сожалению, может быть, где-то не от инспектора это зависит, где-то может быть какая-то, опять же, тут финансовая составляющая. Да, мы используем персональные видеорегистраторы, но, к сожалению, пока на всех этих устройств не хватает. Ну, в настоящий момент мы, ну, потихонечку все-таки увеличиваем наш запас этих устройств. Я думаю, что в ближайшее время каждый сотрудник будет иметь такое устройство. Не только сотрудник госавтоинспекции, а сотрудник иной службы. Ну, давайте тему технического оснащения продолжим. ГАИ увеличила количество датчиков контроля скорости, только их стационарных около 40. Это эффективная мера контроля? Да, действительно, эта мера является эффективной. Нужно понимать, что эти датчики устанавливаются на аварийно-опасных участках дорог. Но, к сожалению, конечно, они работают, эти датчики, на небольшое расстояние. Но, опять же, водителям следует обращать внимание и на мобильные датчики, на переносные, которые, по большому счету, устанавливаются в различное время и в различных местах. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим. А от чего зависит место размещения переносного датчика? В первую очередь, опять же, из условий аварийности на аварийно-опасных участках дорог. Какие сейчас участки наиболее аварийные? Ну, если взять хотя бы город Гомель, окрестности. Ну, я вам хочу сказать так, конечно, наиболее аварийные те участки, на которых, по большому счету, зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия. Я уже обозначал, у нас на сегодняшний день, в этом году, есть проблематика по Гомельскому району, по дорогам местного значения, ну и также Реческий район. Поэтому, ну, в первую очередь, конечно же, будут отрабатываться эти места. Интересно, а с чем связана подобная ситуация? Различные, так вот вам ответить конкретно на этот вопрос, ну, различные факторы тут в комплексе где-то подход. Большой поток транспортный? Не то, что большой подход. Здесь где-то, может быть, водители отвлекаются от управления транспортных средств. Но по большому счету, если брать, опять же, вот эти дорожные, которые в этом году совершены, на сегодняшний день проводится проверка.
То есть решение еще не принято. Вот. Проводят проверку сотрудники Следственного комитета, поэтому, ну, говорить как-то так. То есть, может быть, просто совпало, просто пока так ситуация складывается, да, что Гомельский район и Речицкий район. Да. Андрей Николаевич, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, не прерывайтесь. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю в поселке. Мы почему-то очень плохо вас слышим. Пожалуйста, повторите. Значит, я проживаю в поселке Юбилейный. Поселок Юбилейный? Да. У нас остановки не освещены. Хотелось бы, чтобы сделать освещение на остановках. Очень трудно. Знаете, страшно переходить дорогу. Я присматривалась в темное время, значит, в свете фар я не вижу даже вот, как люди переходят. Скажите, пожалуйста, вы к местным своим властям обращались с этой просьбой? В Луковский сельсовет звонила, куда-то в Гомель, мне давали телефон. Ну, вот и ныне там. Хорошо, я надеюсь, что сейчас вас услышали. Спасибо за звонок, Андрей Николаевич. Госавтоинспекция имеет полномочия рекомендовать... Да, именно рекомендовать. Я уже пометил, значит, это сообщение. Обязательно, значит, посмотрим этот участок дорог, ну и, соответственно, будем, значит, принимать какое-то решение. Спасибо. Что статистика говорит о количестве нетрезвых водителей, которые совершают нарушения? В 2016 году сотрудниками госавтоинспекции было выявлено почти 4000 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По большому счету, это количество с каждым годом снижается, в том числе и в 2016 году в сравнении с 2015. Здесь стоит отметить, что и количество дорожно-транспортных происшествий тоже снизилось и ежегодно снижается. Если в 2016 году их было 57, то в 2015 – 82. То есть снижение на 30,5% по большому счету. Треть. Неплохой, да, показатель. Ну, это... Андрей Николаевич, продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок, не будем заставлять долго ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если я еду, не нарушаю, машины, ну, будем говорить, и стоят на дороге сотрудники ГАИ, в каком случае они имеют право остановить меня? Спасибо. Если человек не нарушает ничего? Да, для проверки документов сотрудники имеют право остановить любое транспортное средство и их проверить. Поэтому... Для этого не обязательно вообще ничего нарушать? Конечно, для этого не обязательно что-то нарушать. Угу. А водителями, значит, водитель обязан при остановке предоставить для проверки документ. Спасибо. Давайте продолжим тему, которую мы начали. Вы говорили о том, что на треть идет снижение по количеству нетрезвых водителей в Гомельской области. Тем не менее, все равно мне кажется, что цифра эта очень большая. Да, цифра очень большая, но опять мы говорили о снижении. Я вам хочу сказать, это опять какое-то общее понимание проблемы. Все-таки пьяный за рулем – это опасность как для самого этого нетрезвого водителя, так и для окружающих. Поэтому... Слава Богу, граждане это понимают и работают вместе с сотрудниками госавтоинспекции по выявлению таких. Сообщают? Звонят? Сообщают, да. Да? И есть результаты. Например? Вот, ну, какие бывают звонки? Это... Ну, здравствуйте, ГАИ, у нас тут водитель, звонки, да? Звонки различные. Или у меня сосед, да, пошел в машину? Различные звонки, даже и такие. И просто прохожие просто видят, обращают внимание, кто за рулем и как ездит. Просто водители, которые едут и видят, что водитель ведет себя, там, к примеру, неадекватно. Поэтому различные звонки, и 90% они подтверждаются. Да, подтверждаются. Да. Это отрадно. Следующий вопрос прозвучит от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире, не прерывайтесь. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Светлана Николаевна. Я проживаю значит, в многоэтажном доме. У нас дворы в многоэтажных застройках превратились в бесплатные парковки. У меня вопрос. Планируется как-то разгрузить эти дворы и все машины, которые паркуются в этих дворах, отправить или в гаражи, или на платные автостоянки? Потому что паркуются иногда не только люди, которые проживают ну, в этих домах, но и там и грузовые машины, ну и всевозможные машины. И дети, когда идут в школу, вынуждены лавировать между этими машинами. Да, дети вынуждены лавировать, а мамочки с колясками, да, прогуливаются тоже вдоль машин. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Вот мы с вами затронули этот вопрос, да, а потом так вы ускользнули. Мы уже по большому счету, ну почему ускользнули, мы обсуждали этот вопрос. Что вы считаете правильным? Как она должна решаться, эта проблема? Нужно ли эти все машины действительно отправить в какие-то закрытые гаражи, на платные стоянки? Ну, не должны же наши дворы действительно превращаться в парковку. Ну, я вам хочу сказать, что гаражи платные, парковки... Дорогое удовольствие. Да, довольно дорогое удовольствие. Не каждый себе может этого позволить. Поэтому, если гражданин купил себе, приобрел автомобиль, то, ну, как мы его можем, каким путем отговорить от того, чтобы, ну, им не пользоваться? Вот, поэтому нужно идти навстречу тем же водителям. Поэтому я считаю, правильно будет просто-напросто предоставить любому водителю возможность припарковаться. Поэтому и проводится такая работа. Остается пока только быть терпимыми. Да, проводится такая работа по расширению улиц и так далее. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о нетрезвых водителях. Для скольких уже закончилось это дело конфискации автомобиля? По городу Гомелю в 2016 году было возбуждено 56 уголовных дел по статье 317. Практически по каждому уголовному делу было принято решение о конфискации транспортного средства. Поэтому стоит напомнить водителям, что конфискации подлежит любое транспортное средство вне зависимости от формы собственности. Ну, есть, наверное, какая-то просто категория людей, которым не страшно ни потерять автомобиль, ни совершить аварию. Есть у вас определенный контингент, который раз за разом, даже уже без прав, все равно выезжает на дорогу, да, в подпитии? Ну да, конечно, такая категория есть. И эта категория, ну, с этой категорией мы постоянно работаем, на постоянной основе. Скажите, пожалуйста, как меняется в области статистика происшествий с участием несовершеннолетних? В прошлом году произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок, пассажир, погиб, и 45 получили ранения. Тоже отмечается снижение, и мало того, вот, я вам хочу сказать, если брать... где-то сравнить с цифрами 15-летней давности. Вот, к примеру, в 2000 году было совершено 112 дорожных происшествий с участием детей. Вы представляете, ну, соответственно, количество и погибших, и раненых. То есть работа в этом направлении ведется, и не только госавтоинспекция. Это и преподавательский состав, в учреждениях образования серьезнейшая работа проводится. Поэтому, ну, такие результаты, это хорошие результаты. С 1 января этого года все автомобилисты обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных средств. Скажите, пожалуйста, все разобрались, что убрать, что добавить? Я думаю, что, наверное, уже все разобрались. Все-таки в средствах массовой информации уже везде эта тема обсуждалась. По большому счету, мало что изменилось. Ну да, убрали определенные лекарственные препараты, там, к примеру, таблетки с аптечек, ну и увеличили, значит, перевязочные, количество перевязочного материала. Вот, поэтому, ну, водителям, конечно же, в первую очередь при прохождении технического осмотра нужно обратить на это внимание. Андрей Николаевич, вы говорили о том, что помогают граждане областной госавтоинспекции справляться с нарушителями, сообщают. А информации с сайта «Перехват» вы пользуетесь? Конечно. Значит, насколько я знаю, этот сайт работает с 2012 года. И сотрудники госавтоинспекции с удовольствием работают с этим сайтом. Но есть, возникают проблемы, в частности, доказыванию вины лица в совершении правонарушения. Поэтому
необходимо, конечно, гражданину, который дает какую-то информацию на этот сайт, в первую очередь четко, значит, дать информацию, когда было совершено это правонарушение, время, место совершения правонарушения. Ну, а в целом довольно приятно осознавать, что все-таки граждане принимают активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения. Ну, мне приятно. Кажется, да, все более сознательным, культурным становится наше общество и подкованным с точки зрения юридической науки. Что бы вы хотели пожелать водителям и пешеходам, всем нашим телезрителям? В первую очередь хотел бы пожелать взаимопонимания на дороге. Вот. Если мы будем уважать друг друга, будем соблюдать и правила дорожного движения, а если будем их соблюдать, то не будем попадать в сложные ситуации. Сократим количество дорожных аварий, соответственно, травмирование людей и так далее. Поэтому взаимопонимание. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Заместитель начальника управления ГАИ Андрей Николаевич Гаркуша был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и берегите себя.